Касану Ибрагимович. Довольно неожиданным было включение Касану в стартовый состав. Это гол Клозе. Показалось, что сыграл Клозе рукой. Но на самом деле по окончании матча эта ситуация не обсуждалась так уж бурно итальянскими экспертами. Они не посчитали очевидным нарушение правил со стороны новобранца Лацио. Ну что ж, первый тур, первый матч и первый...